Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Хамбо Гейм, и мы продолжаем эпичную эпопею Dying Light 2, Stay Human. Ну, это катить. Интересно. Очень интересно. Блять. Это... Да. Ладно. Побежали дальше. О! Ой, блядь! Вы чё, сука? До свидания. Идите нахуй. Пиздец, блядь. Блин, ну, грустно, конечно, не грустно. У меня еще кукри поломанный. Ладно. Почему оружие чинить нельзя, я не понимаю. Ух ты, блядь, вот это я завернул нормальную хатку. Так. Оранжерея какая-то. Мак. Мак у меня есть. Записка. Ладно, пойдем отсюда. Бойся химзоны. А вот там я заинтересован. Это что такое? Очередная темная зона, да? Ебать. Ух, ебать. Местами даже забаррикадировано, да? Прям как все по-военному, да? Это метро? Да, это метро. Приплывенько. Очень криповенько. Серьезно, я тут был? А когда я тут успел побывать? Ладно, уйдем отсюда. Не нужно нам тут ошиваться. Ну-ка, давай, опа. Надеюсь, сейчас не ночь. Блять. Салам алейкум. Блять, вот тебя я не хотел вообще видеть. Не в этой жизни, не в этой головселенной просто. Блять, ну конечно. Еще б ты, блять, нормально запрыгнул. Ну. Блять, а это я вот сейчас мог нормально запрыгнуть. Доберитесь до автозавода Динамо. Заперто. Поищу другой путь. О, зомби сейчас.
А где? И чё, чё, чё? Оп, молодец. Что, блядь? Напугал-то как, а? Эйден, ты на связи? Конечно. Типа того, но я занят. Просто хочу предупредить, миротворцы зашевелились. Они ищут тебя. Блядь. Будь осторожен. Удачи. Конечно, они ищут меня. Все благодаря вам. Но я не из ваших. Хватит меня приписывать к лику бомжей. Да блять. Залез. Нормалды. Лепи. Эть. Куда надо, да? Да, блядь, нет, не падай. Ес, фух. Куда надо? Куда надо-то? Куда надо-то? Так, раз. Блядь. Два. Ну ладно, все, я понял. Я просто иногда тупой очень крайно. Ты не ВГМ. Не об этом ли месте говорил Хакон? Вальца нет и в помине. Это мне не нравится. Туннель без зомбарей. Там где-то ящик был. Хорошо, зомбарей нет ночью-то. Блять. Блять. Ничего-ничего, я взломаю. Я взломаю. О. Отлично. Я своего рода тоже медвежатник, но кожа у меня есть. Где все зомбари? Черт. Ну конечно. Может, конечно. Здесь есть какой-нибудь генератор? Конечно, есть. Напугал. Ну и чё, и куда мне теперь? Нет, не открывается. Блять, времени совсем в обрез. О. Ну уж извините. Блять. Вау. Здравствуйте. Я чисто вот, ну, мы встретились чисто случайно. Чисто вот, ну. Вообще тебя не хватало, да. А, чё? Вау. Держи, блядь. Все. Изи. Убил тараном и УФ светом. Я молодец.
Я большой молодец. Очень большой. И у меня большой молодец. Не очень большой. Так, давай уже. Нихуя, ты знаешь, как такие генераторы включаются? Ебануться. Нихуя себе. У них этого уф света жопой жуй. Итак, вот, посмотрим, блядь, что за дверью номер один. Эй, не звонишь мне, не пишешь. А так все хорошо начиналось. Вальц приказал убить Лукаса. Детектив Эйден не успокоится, пока не закроет дело. Думаешь, я поверю? С какой стати? Потому что Вальц здесь. Стоять. Парни, обыщите туннель. А зачем Вальцу убивать Лукаса? Ослабить миротворцев, расколоть на части, посеять хаос. Откуда мне знать? Ненавижу, блядь, политику. А ты выбрал не ту сторону. Что еще здесь обсуждать? Прекращай. Айтер, они штурмуют штаб-квартиру. Базарный, они захватили станцию метро. Какого чёрта? Ну, откройте эту дверь. Ах ты, сука. Руки уберите, блядь. Тихо! Я говорил, Айтер. Свет вырубился. Нужно найти щиток. Что здесь происходит? Кто его выключил? А ты как думаешь? Теперь ты решил поумничать? Я прекращай. Идем за ним. Тебе все равно не сбежать. Ладно. Ищи щиток с предохранителями. Здесь должна быть подсобка. Хаппер, проверь другой вход, а вы двое обыщите туннель. Это лабиринт. Но если Вальц прячется здесь, он оставил след, как любой слизняк. Ну уж извини, ну так оно получилось, ждем, понимаешь? Эйден. Ебучий сюжетный поворот, твист вот этот ебучий. Я ж, ну как вот, ну, ну прости меня. Блять, хотела спнуть тебя и убежать. Так. Что тут у нас? Какой миленький металлолом. Тут такое ощущение, что кто-то теракт устроил. Взрыв какой-то ненароком. Ну где ты, шмальц? Все вскрыто, все открыто. Хэппер, нашел что-нибудь? Тут какие-то провода, но все затоплено. Мне это не нравится, лейтенант. Тут все было вырублено 15 лет назад. Ищи дальше. Надеюсь, замкнуло не из-за этого. Давай, блин. Мертвый зомбарь. Здесь кто-то был. Выдернул шнур. Карди бицепс. Взял, отлично. Будем развивать свой бицепс. О! Ну это что такое? Угу. Понятно. Нужно так быть крайне ловким, чтобы тут пройти. Ну, я сама ловкость. Блин, кто-то запер эту дверь. Так. Опа, какой я молодец. Это все прокачка. Ночная. За Лукаса.
Ты все на повадке у Джека Мэтта. Прибереги это для суда, а потом тебе отрубят голову. Ты правда думаешь, что все закончится именно этим, лейтенант? Смерть Лукаса — это только начало. Признаешься, что убил его? Взять его. Почему его смерть тебя волнует? Тебе не нравится новая роль? Что? Новые стимулы, положения, новые возможности. Неужели я не заслуживаю хотя бы спасибо? Хорошо сказано, но с меня хватит. В наручники его. Я рад, что ты наконец с нами. Заткнись, Вальц. Теперь верни то, что украл. Верни ключ, мальчик, или вы умрете. Блять! Хэппер! Чего вы ждете? Убейте его! Вау! Ничего себе! Айтер! Вау! Сука! Ты заплатишь за то, что сделал! Маленький мальчик притворяется, что вырос. Но он не вырос. Он драгоценный маленький мальчик. Сука! Петух. Нет. Всех раскидал, охренеть. В броне четырех миротворцев и их командира. Мужик, мужик. Это тоже мертв. А, ну и меня. Он их просто в мясо разъебал. Смотри, вон там что-то движется. Босс на заводе. Сообщи ему. Эй, с ним творится что-то странное. Блять. А, чё? Давайте, ну. Да на. Вау, вау. Я чё, зомби стал уже? Вау. Нихуя себе. Сказал я себе. Это дело какого надо отметить. Черта? Моя голова. Что со мной случилось? А что произошло? А где Айтер? Я на автозаводе. Айтер, братишка. Ключ. Вальд забрал ключ в АГМ. Надо вернуть ключ. Все, Вальд. Тупи пизда. Я сейчас Вальца просто отвальцую. Просто я буду твоим токарем, Вальц. Не, ну на самом деле, что-то подозрительно. Он раскидал пятерых просто вот за нехуй. Я думаю, все-таки разрабы хуйнули на него какую-то свою магию разрабов. Потому что, ну, как бы, блин, такое дело... Меня напрягает. Ваше здоровье? А пацанов я нормально так раскидал. Аж до сюда вроде. Пойдем. Время, день. Нехуй тут иммунизировать. Это суперспособности, я так понимаю, да, своего рода? Ой, взлом. Мне нравилось раньше, в первой части Daylight. Ты открываешь, и там обязательно пушка, патроны к ней, и все заебись. А тут то, что они сделали упор на ближний бой, это, ну, такое себе. Очень такое себе. С другой стороны, они говорят, а кто патроны будет делать?
Ребят, кустарное вооружение. Добро пожаловать. В конце концов, кто мешает тебе сделать тот же дробовик? Опс, да? Хотя бы маленький помповый. Кто? Да хуй, ма, никто. Оп. Пороха у вас жопой жуй. Возьми тот же танк, разбери у него снаряды. Только аккуратно, естественно. Ой, блядь. А вот это я не ожидал. Ну ты пидор, как вау. А ну-ка давай, это вызов. Я тот еще медвежатник. Изи было. Ничего тяжелого я тут не увидел. Кстати, в зоне ВГМ вот этот темный, ебать, антибиотиков жопой жуй просто вот. Бери прям булки, раздвигай и начинай хавать. Это просто... Ну сейчас посмотрим, что тут там у нас. Как дела у вас? На нахуй. Пидорасы, как вам, блядь? Как вам такое, Илон Маск? Иди нахуй. Тихо. Опс, как вам такое? Давай, сука. Я трахну, блядь. И друг твоего. Ты чё, сука? Ух ты, блядь. Больно? Отлично. А чё, всё? А чё это было? Чё за прилив сил такой неожиданный в туннеле? Тебя убивал. В этот раз убью наверняка. Ой, сука. Нет, Вальц. Подожди, дай мне меч, блядь. Ты один из моих. Забавно. Что ж, прежде чем тебя убить, я дам возможность стать свидетелем важного момента. Все совершает полный круг. Мы возвращаемся к началу. К какому началу? Сейчас. О чем ты? Ты увидишь, как творится история. История? Нам было 5 лет. Ты мучил детей. Мы были детьми. Вы были частью кое-чего большего. Ты обязан мне тем, что все еще жив. Что ты сильнее других. Лучше. Ты даже сильнее, чем я мог представить. Но все же я сильнее. Есть последнее слово? Что ты сделал с моей сестрой? Сестрой? Что ты сделал с Мией? Эйден, ты живой. Беги. Стой! Надо забрать! Какого хрена? Беги! Он превращается! Ладно, бегу.
Да, блядь. Ну, что-то он не сильно-то и торопится за мной, если честно. Если по чесноку. Беги! Съёбывай отсюда! Да бегу уж, как видишь. Давай. 14 метров, он гонится за мной. Нет времени. Да бегу я, бегу. Ну похуй, так пробегу. Ну давай. Блять. Давай. Ай, блять, больно. Давай. Фу! Сука, мне страшно. Открывай. Ебать, он дикий. Он дикий. Он болеет чем-то. У него трипер, сифон. Сифозный. Блять, нахуй. Открывай калитку. Быстро, быстро, пожалуйста, быстрее. Он меня пугает. Он меня пиздец как пугает. Что это? Кто это? Зачем вы здесь? Блять. Давай. Оп. Молодец. Извиняюсь. Сегодня не до вас. Не до вас вообще. Давай. Давай. Пожалуйста, быстрее. Давай, оп. Оп-па-па-ра-пап. Пожалуйста, быстрее. Давай. Вальц, давно ты стал паркурщиком? Пожалуйста, беги, мать твою! Куда, что это, блядь? Я упал куда-то я упал. Быстрее. Пожалуйста, добеги. Давай! А! Давай. Ебать! Ух, молодец! Молодец! Почаще бы ты так. Спасибо! Спасибо! Ух! Чуть не сдохли. Ладно, а теперь говори, кто ты, блядь, такой? Эйден, а ты? Человек-паук. Чему ты помогаешь? Покажи мне руку. Давай. Я не кусаюсь. Почти. На, смотри. Гляди. Запоминай. У нас кое-что общее. Я тоже была подопытной у этих уродов. Вот это. Ты знала такую? Был забег. Нет. Кто она? Моя сестра. Мы были на объекте ВГМ. Я ее ищу. Ну, если она жива. Небось, продает себя за воду где-нибудь в городе. Что? Я бы ее не винила. Что ты несешь, блядь? Полегче. Время такое. Мир такой. Просто предположила. Нужно найти ее. Давай сначала свалим отсюда. Не уверена, что этот псих далеко. Фух. Эй, стой! Черт, быстро. Быстро, пиздец. Хуй догонишь. Полтергейка? Вход в Централ Луп недалеко. Там мы будем в безопасности.
Фух. Да, напугал он меня, конечно, знатно. Военные, они здесь! Привести его. Ух ты. Эй, Дэн, вернись на землю. Ты был где-то далеко-далеко. Ты видишь кошмары о том, что он с нами делал? Постоянно. Вот почему я хочу убить этого урода. Вальц в моем списке под третьим номером. А что с другими детьми из больницы? Ох, когда-нибудь об этом напишут книгу. И лучше не читать ее перед сном. Большинство исчезло, но я наткнулась на одного парня. Он даже спит с ножом в руке. В морозильной камере, где он теперь прячется. И никогда оттуда не выходит. Охренеть. Мы не устраивали групповую терапию, если ты об этом. У тебя есть список, правда? А что, похоже, что я шучу? В городе полно мусора, а я та, кто сделает его столицей чистоты. Кто в списке? Кроме Вальца, Мясник, Хакон и... Знаешь что? Это длинный список. Мясник, и еще несколько пешек, которые заслуживают стрелу в лоб. Кто дал тебе такие полномочия? Ты издеваешься? Самый высокий суд на земле. Я сама себя ими наделила, ваша честь. А ты? Что ты делал с этим гадом Хаконом? Знаю, в это верится с трудом, но он спас мне жизнь. Попав в город, я заразился. Биомаркера нет. Базарцы меня чуть не повесили. Конечно. И я бы так поступила. Он вытащил меня. Дал биомаркер, а потом наебал меня. Он всем врет. Всем. Когда-то я тоже ему верила. Правда? Расскажи мне. Может быть, в другой раз. Но моя история похожа на твою. Он меня обманул, и погибли люди. Лучше забудь о нем. Или сделай, как я. Когда увидишь его в следующий раз, убедись, что твое оружие под рукой. Ладно. Хватит болтать. Пошли. Властный. Мне нравится. Нам пора. Ну, пойдем. Ух ты. Вот это меня вшторило. Сразу, так резко. Эйден, ты тут? Да. Она еще и хуй на меня забила. Ого. Нормальная ты баба. Похоже, Вальд проводил эти эксперименты тайно. Ёбаный псих. И никто в ВГМ не заметил? Заметили в итоге. Я слышала, что его выгнали. Жаль, слишком поздно. А как он? Почему он в списке? Это из-за Лукаса? Нет. Хотя мне симпатичны миротворцы, но нет, мне насрать на Лукаса. Блять, я на твоей стороне. Это чувствую себя проституткой. Я с тобой. Скажу, что все в этом списке заслуживают пулю в голову, а Хакон заслуживает что похуже. Твою мать! Она всегда была открыта. Мы заперты. Охеренно. Да нет, нормально все. Сейчас открою. Это же объект ВГМ, да? Ничего себе! Сработало! Ну а то. Где ты это взял? Ты знаешь Дилана? Дилан отдал мне это перед смертью. Его убил Вальц. Вот блядство! Значит, в конце концов он его поймал. Еще Дилан велел найти кого-то по имени Луан. Знаешь, кто это? Может, нам суждено было встретиться. Вселенная не просто так свела нас. Ан, ты есть Луан. Луан, это я. Дилан хотел связаться с Фрэнком. Он сказал, что командир Лукас кое-что нашел. То, что так давно искал Вальц. Угу. Он хотел сбежать из города, чтобы это не досталось Вальцу. Ключ ВГМ? Он у меня. Наверное. Лукас погиб из-за этой штуки. И Дилан тоже. Смотри, не ставь следующим. Это ценная вещь. Хорошо. А для Вальца бесценная. Так что не теряй его. Берегись!
Что происходит? Ловушка. Невероятно. Должно быть, Вальц включил генераторы. Вальц? Зачем? Понятия не имею. Кто знает, что у него в башке. Давай. Живо, пока дамы, снова не выключили. Поезд задерживается. Администрация метро приносит извинения за неудобства. Будьте осторожны при выходе из вагона. Спасибо за внимание. Пожалуйста, блядь! Быстрее, Эйден! Похоже, дорога в Central Loop открыта. Отлично. Метро работает. Шикардос. Спасибо тебе, Вальц. Хоть что-то полезное ты... Я лук наш. Вау. Эйден, сюда! А где контейнер? Я так-то люблю ингибиторы. О май. Да. Блин, ладно, будет поспокойнее тогда из-за ингибиторы. А вообще лучше их копить. Они открываются. Я видом любуюсь. Ну давай, детка, пошли, давай. Слышно? Дальше. Давай. Наверх, так наверх. Эйден, быстрее! Да бегу я. Нужно увидеть это с крыши. Ну, в смысле, лечу. Ну, в смысле, я на веревке, нормально. Эй, где ты? Да я тут. Там что-то охуенное, да? Черт, я ошиблась. Нихера не видно. Я правда думала, что получится. Нас наебали. Ладно. А, включить свет во всем городе? Нет, это... Здесь хоть тихо. Это залупа. Это у вас не получится. Вам нужно что-то вроде ТЭЦ... восстановить вот и наладить там работу. В ярости. А тут то ну, есть часто. Не получится. Смотри. Опа. Эйден, снова загорелись. Они, блядь, снова горят. Видишь, Эйден? Ты видишь? Как да красиво. Ладно. А, глазам не верю. Нет, просто город не могу поверить. Словно ожил. Ребята, словно ожил сам город. Вон, ты видишь? Вижу, Даниор. Я наверху. Это того стоит. Как так? 15 лет темно, а тут раз и такое. Да не знаю я. Но мы должны узнать. Тогда заходи в закусочную и поговорим. Ужасно соскучился по тебе. Надираясь пивом и трахая официанток? Ты меня знаешь. Я такой. Эй! Камон! Нет! Нет! Твою мать! Что, блин, происходит? Это рыбий глаз? Как туда попасть? Рыбий глаз подождет. Подождет? Почему? Нам нужно проверить подстанцию. Одна рядом с башней МТ. А как же рыбий глаз? Послушай, я хочу помочь тебе. И я помогу. Но ты должен понять, это впервые. Уже более 10 лет ничего не менялось. 10 лет, ёбаный... Мы должны все проверить. Как попасть на подстанцию? Это старый параплан. Он поможет тебе попасть туда, куда не забраться. Давай, просто ладно. Давай за мной. Что? Луан, стой! Блять. А как его активировать? Вы получили параплан. Нажмите Z, чтобы раскрыть параплан, находясь в воздухе. Нажмите S, чтобы замедлить и стабилизировать падение. Полет на параплане расходует вашу выносливость. Когда выносливость достигнет нуля, вы потеряете управление. Ах,
Это было мило. Это было крайне мило. Ну чё, давай дальше. Ну давай, я здесь. Господи. Неплохо. Для новичка. Легче, чем кажется. До сих пор не могу поверить. Вальц каким-то образом включил свет. Но зачем ему это делать? Он никогда никому не помогал. Зачем ему снова давать людям свет? Ты уверен, что это был он? Он использовал ключ ВГМ на автозаводе. Тогда свет вернулся. Логично. В прошлом военные заняли завод ради элементов питания на холмах. Но я понятия не имела, что их еще можно использовать. И запитать половину города. Береги этот ключ, Эйден. Черт знает, на что он еще способен. Нам пора на подстанцию. Базара ноль. С помощью вентиляции я могу восстанавливать выносливость. Вы можете подняться в воздух на параплане непосредственно с вентиляционной шахты. Встаньте на нее и удерживайте для того, чтобы взлететь. Блин, ну классно. А чё, а куда мы движемся? Но тебе нужно потренироваться, чтобы обогнать меня. А это была гонка. Вся жизнь гонка, Эйден. Чё, давай, веди. Гораздо лучше, Эйден. Управляй ветром. Или он будет управлять тобой. Прикольная штука, мне нравится эта механика. Йеху! Блин, это так прикольно, ребят. Это так классно. Эй-эй-эй-эй. Хорошо, отсюда уже не так далеко до подстанции. Иди и запусти ее. В одиночку? Ты большой мальчик, разберешься. Есть еще одна у метро. Я туда. Если мы заставим работать хотя бы одну, то сможем включить их все. Но как это сделать? Это не космическая техника, Эйден. Это старые приборы. Нам нужно проверить предохранители и кабели. Вопрос о космической технике. А точнее, связанный с космосом. Ребят... А космонавты там, в небе, в смысле, блядь, они как, они вернулись или они такие ебанутся, блядь, и сдохли прям там? Интересный вопрос, да? Честно говоря, не знаю, откуда начать, но мне понравилось. Вау. Это классно, классно, но вот этой хуйне летать. Просто бомба. Давай, блядь. Можно его как-то улучшить? Да. Возможно. Но это лучше спросить у мастера. Эй, блядь. Блять. Вот с вами я бы не хотел контачить. Смотри-ка, там чё, да? Надо залезать. Да в смысле? Это, сука, вызов? Ладно, я пойду до контейнера с ингибиторами. Были любимыми игрушками ночных бегунов. Ты ночной бегун? Я? Ночной бегун? Если бы. Они были невероятные, Эйден. Настоящие герои. Все, что у нас общего, любовь к стимуляторам. Но, может быть, когда-нибудь. Больно.
Давай уже, ну. Давай, давай, молодец, молодец. Что ты тут делаешь? А, вот ты, блин. Ай, бля, ебать. Ебать, меня спрыгнул, скинули нормально. Да, блядь, ну конечно. Да, блядь, ну прекрати, пожалуйста, троить. Вот, видите, нет, качай, не качай, тут... Совесть-то имеете вообще, нет? Сначала я залезу, а потом... Идите нахуй отсюда, оба. Иди, блядь, и друга своего забирай. Вот и все, ребят. Да, я знаю, как драться, конечно. Но мне нужно именно оно, место переночевать. Да, блядь. Подождите. Подождите. Мне нужно место переночевать. Иди нахуй, будь друг, друг. О! Вам всем пизда. Отлично. Еще и выносливость тратится на лук. Серьезно? Блять, хотел много. Ага, то он автоматически попадает ему в голову. Так, мне нужно что? Мне нужно... мне нужно вот это. Нет. Мне нужно отдых. Вот. А чтобы получить отдых, мне нужно идти наверх. На нахуй. Чтоб вы понимали. Так, это туда? Да, это туда. Оп. Опа. Погнали. Потому что без места перекантоваться, где можно, это нужно. Блин, у меня есть лук, ебать, покопать, пацаны, вообще просто нормально, вообще, бля, мощно. Просто. Давай! Полетели. Знакомое место. Все. Ой.
Безопасное место у нас есть. Рядом миссия. Давай, молодец. Да где? Где ингибиторы? Ладно. Блин, у меня есть лук теперь. Ребята, лук. Понимаете? Лук. Эй, ты не видел где-то тут ренегатов? Нет. Видишь, рядовой, успокойся и дай Аглоту подумать. О чем тут думать? Почему бы не вернуться на базу? А ты кто вообще такой? Тот, кто может помочь. Пытаюсь понять, что с электричеством. Что-нибудь знаете? Это секретная военная информация. Мы пытаемся понять, как попасть наверх. Давай, расскажи ему все, чего уж. Подробно. Это что, тайна? А? Мы должны заставить эту херню заработать. Вот и все. Мой коллега сильно упрощает, но суть верна. Судя по всему, электричество вернулось, а это, похоже, подстанция. Благодаря им можно всему городу вернуть электричество. Нам дали приказ вернуть подстанцию в эксплуатацию. Короче, снова ее включить. Увы, без альпинистского снаряжения попасть к ней будет трудно. Я могу забраться. Я заберу себе снаряжение. Да, хочешь и вам помочь? Я отдам электричество. Ты окажешь миротворца. Я должен сумму. Буду, да, как-то, ну... Эй, опа! Мелкохуйцы? Электричество! Прогонит всю мать! Останется только спалить ее! Что он там сказал? Вроде что-то там про свою мать и козла. Тупые миротворцы! Мы заберем ваше электричество! Спасибо вам большое! Кончай их! Не, ребят, это я вас кончу. На, нахуй отсюда. Ты чё, сука? Ох, ты ж, сука. Да ты знаешь чё? Да я такой лучник охуевший, что никогда не играл за Ясу в Overwatch. Или кто это был? Чувак с луком никогда им не был. Поэтому от мудох у тебя по старинке. Ха. На нахуй. Оооо. Башку с плеч. У меня вопрос. Они подъехали на тачке. А как так у них тачки работают, а? Друг, а ты кто? Где научился так драться? Я Эйден. Эй, парни, знаете шутку? Что сказала пуля челу, в которого попала? Просто мимо пролетаю. Ага. Ты отрубил ему конечности мачете, не тав. Технический мачете — холодное оружие, а пули нужны... Я рад, что ты цел. Еще хочешь забраться туда? Блять, еще пососитесь, ебаный в рот. Мы щедро платим специалистам. Почему бы и нет? Если понадобится помощь, используй рацию. Аглот шарит в электронике. Но отсюда я не смогу оценить уровень повреждения аппаратуры. Аглот — настоящий док в электронике. Ты собираешься продолжать? Именно он ответит за бомбардировку в черный понедельник и смерть 2 миллионов человек. Надеюсь, контейнер там. В общем, спасибо, дорогие друзья, за то, что досмотрели. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и жмакайте на колокольчик. С вами был канал Хамба Гейм. До новых встреч. Пока. Сука, господи.
До этого это никто не досмотрит. Блядь, зачем? Зачем я это делаю? О, боже мой. 5 золотых человек меня смотрят. Молодцы. Я, ну, прям горд. Очень горд.